Машинки со знаками дорожного движения. Для самых маленьких. И небольшие. Прицепляются по типу паровозика. Друг к другу. И можно возить друг за другом. Знаки разные, двухсторонние. Так получается больше знаков. Очень интересный светофор. Что с ним происходит? С ним происходит то, что здесь с двух сторон тоже есть. А, у него вращаются цвета вот так. Если его вращать, то меняется цвет. Соответственно, когда желтый горит, потом загорается зеленый, потом загорается красный.